Всем тыквенный привет, с вами Дрим. И если честно, ребятки, хотелось бы сразу заявить, что разработчики меня сегодня удивили. Сегодня в игре появился неожиданно вот такой вот кейсик, ребят. Вот такой вот кейсик, где есть тот самый самолетик-блестяшка. Вот этот вот, который я очень сильно себе хотел заполучить. Золотой курок называется он. Очень крутой самолет. Я очень давно его хотел, и у меня сейчас есть шанс именно попытаться забрать его отсюда, потому что это легендарка. А также здесь есть куча мификов, которые мне, в принципе, не интересны. Да, выглядит прикольно. Вот это, кстати, платье очень годное, да, для коллекции не отказался бы. Но я хотел бы именно самолет. Помимо этого, ребят, в сегодняшнем же видосе мы с вами еще покрутим вот этот вот ящик и попытаемся нафармить отсюда материалов, потому что мне нужно еще Годзиллу прокачать. Ну, Ави-Годзилла, имею в виду, да. И помимо этого, ребятки, сегодня понедельник, а это значит, что сегодня у нас будут результаты розыгрыша 5 Royal Pass. В конце видоса вы увидите результаты этого розыгрыша. А также сегодня вечером будет еще и стрим, где у нас будут результаты розыгрыша Lamborghini. Одни розыгрыши, ребят, серьезно. Поэтому не пропустите стримчик, поэтому не пропустите результаты розыгрыша РП. А также в сегодняшнем ролике я тоже запускаю розыгрыш на 3 РП, ребят. Для участия вам нужно поставить лайк, вам нужно быть подписанным и нужно написать в комментариях любой комментарий, но вы должны обязательно указать свой игровой ID, чтобы я мог вам отправить ваш приз через Midasbuy. Midasbuy, кстати, заработал. Все, ребятки, если хотите участвовать в розыгрыше, участвуйте. Ну а мы погнали все-таки открывать вот этот вот новенький кейсик. Очень сильно хочу себе самолетик. Если мне самолет упадет, это будет мега годно, мега сочно. Я именно на это, конечно же, надеюсь. Погнали. Так, первая десяточка. Пустая. Как прекрасно. Просто мега сочно. Если ничего не упадет, будем чередовать этот кейсик и тот кейсик. Может быть, таким образом будет что-то более интересное. Спасибо. Ну почему дача? Ну почему дача, а не самолет? Ну почему дача, а не самолет? Дача крутая, вопросов нет, но мне нужен самолет. Хорошо, что тут есть гаранты, как и в премиум кейсе. Но все же, очень хочется самолет. Парашют золотой, спасибо. Сковорода золотая, да что такое все золотое? Дайте мне самолет, пожалуйста. Давайте, вот последний гарант должен быть самолетик. Если он упадет, это будет просто мега сок. Давай, 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 пожалуйста, пожалуйста, давай самолет. А, все, мы гаранты все открутили, что ли? А, на 45 прокрутов гарант, серьезно? Прикол. Ладно, погнали. Давай, 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 ребят, держите кулачки, там лайки прожимайте, и упадет самолет, 100 пудов. Давай. И... Да! Хорош. Хорош. Как там поется? Мечтал, теперь мое. Кайф. Кайф, ребятки. Я очень сильно хотел этот самолетик. Ну-ка, давайте быстренько рассмотрим. Прям просто сок. Так, где я? Куда зашел? Что? Где? Вот самолет. Еее. Сочно. Просто сочно. Вопросов нет. Так, погнали дальше. Теперь давайте нырнем вот в этот кейсик. Раз уж у нас так все удачно, ну-ка давайте посмотрим, что тут у нас будет. Но я, если честно, рад. За 2000 цешек я забрал самолетик. Мега сочно. Там, конечно, еще мифики есть. О, юмпик сразу. Здрасте. Первые десятки. Кайф. А теперь давай материалов. Материалов. Мне нужно очень много материалов, поэтому, пожалуйста, побольше материалов. В студию. Гоу. Рюкзак, серьезно. Что за рюкзак такой? Игрушка из автомата. Ну, да, такой себе рюкзачок. Давайте до гаранта докрутим. И потом вернемся в тот кейсик. Может быть, мифик еще какой-то туда заберем. Но я забрал и дачу, и самолет, ребят. Вообще с кайфом. Как бы, ну, давайте попробуем с пропуском один раз. Ну, давайте еще раз. О, материальчик, хорош. Один материал. Мы дошли до гаранта. Давайте посмотрим, что по гаранту. Ой, я не ту нажал. Понятно. Ну тогда ставим два гаранта подряд. Давайте еще одну десятку и перейдем в тот кейсик. Потому что я напутал и гарант не открыл. Может, нужна какая-то пауза, потому что юмпик сразу дропнулся. Ну-ка. Да вы серьезно? Второй раз этот же рюкзак. Да. Так, ну-ка, давайте вернемся обратно. Давайте еще тут покрутим. Не, ну как бы мы забрали отсюда многое, что мы хотели, но все же. Все же, мифик отсюда не падал, поэтому хотелось бы наблюдать еще и мифик какой-то.
Ничего, а ну-ка давайте с пропуском. Опять золотое. Да сколько можно золота наливать? Золотая чаша, золотая. Давай. Самолетик есть, уже прекрасно. Мне уже настроение на весь день заряжено. Теперь еще мифик какой-то. Угу. Опять этот парашют. Да вы угораете. Давайте еще разок. Может быть, все-таки мифик какой-то будет. Давай, 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 давай. Мифик в студию, пожалуйста. Золотой берил. Так. Давайте вернемся обратно тогда вот сюда. Мы докрутим до гаранта, заберем гарант, а остаток уже потратим на тот кейс. Так. Еще два раза нам нужно открыть, да? Ну, один раз сейчас с пропуском дропнем. Ну, этот кейс такой себе. Ну, юмбик упал. Ни один материал. А материалы больше не сыпает, видите? Ну. О, повторный юмбик, понятно. Ну и теперь два гаранта у нас, да? Давай. Ну почему краска? Ну, у меня столько этой краски. Пожалуйста, дай материал. Ой, все, до свидания. Давайте здесь последний раз куртанем. И на этом наши полномочия все. Ладно, все равно, все нормально. Юмпик дропнулся, один материал упал или два. Я уже не помню. Ну все, понятно. На этом все. Моя удача закончилась, да, в принципе, больше и не надо. Главное что? Главное, самолет у меня в кармане, ребят. Серьезно, очень сильно хотел себе этот самолетик. И наконец-таки у меня это совпало. Может быть, каточку быстро запустить, чтобы вам показать. Давайте быстренько запустим каточку. Сейчас поставлю максимальные настройки и посмотрим на него, как он выглядит в самой катке. А, главное, чтобы я был еще топом самолета. Так. Так. И барабанная дробь. Вот он, красавчик. Просто посмотрите, как он переливается, ребят. Просто сок. Я очень давно хотел себе этот самолетик. И наконец-таки он у меня в коллекции. Это бомба. Я очень-очень рад. Ладно, в общем, самолетик забрали, кайф. Теперь, ребят, прямо сейчас давайте мы с вами узнаем победителей прошлого розыгрыша, да, 5 РП, где для участия вам нужно было подписаться, нужно было поставить лайк и обязательно написать комментарий, где вы обязательно укажете свой игровой ID. Ну что ж, ребят, вот мы с вами зашли на сайт Randomizer, где мы с вами всегда выбираем победителя. Загружаем данные. В принципе, участников не так много, как на Lamborghini. Розыгрыш которого будет сегодня на стриме, ребят, не пропустите. Вечером в 7 часов вечера жду вас. Ну и в принципе, давайте мы с вами попытаемся выбрать победителя. Реально, один раз не указал ID, и я выиграл. Вот, выполняйте условия, ребят. Выполняйте условия, если хотите забрать приз. Все, погнали. Выбор случайного комментария. 3, 2, 1. Поцы, скажите, маска со второго сезона будет в М11 или в М12? Я не поц, но я тебе скажу, что в М12. Ты, к сожалению, указал ID, так что идем дальше. Есть первый победитель. Вова Калинин. Есть первый победитель. Погнали дальше. Второй победитель. С кайфом. Есть такой человечек. Пошли дальше. Чувствую запах либо победы. Не, это победа, братан, была. Это была победа. Третий победитель. Погнали дальше. Я первый. И ты еще и победитель. Четвертый. Смотрите, как быстро, ребят. После прошлого видоса все начали указывать ID, красавчики. И максимально быстро раздали призы. С кайфом. 5 победителей. ID-шку все указали. Поздравляю, ребят. Если вы вдруг не выиграли, прямо сейчас участвуйте в этом розыгрыше, да? 3 РП. Не забудьте про розыгрыш Lamborghini. На этом, в принципе, я с вами прощаюсь. Если видосик вам понравился, был интересным, полезным, поддержите его своим лайкосиком, а также комментарием, репостом и подписочкой. Всем желаю приятного дня. Берегите себя, берегите своих близких. С вами был Dream. Всем топ-1.